Hey, okay, с вами Шимики, и мы продолжаем проводить игру под названием Апатеон. Да, короче, я не разобрался все-таки, как мне открыть врата, хотя у меня есть шкура, я спас Энимф. И поэтому... Давайте, ладно, тогда просто двигаться дальше по сюжету. Я направляюсь в Аполеон, дворец Аполеона. По дому Зевса пройдет он. Все боги и те затанцуют. А, подожди, мы же это читали, да? Типа, со своим луком. Мы же туда заходили, там эти были. Танцующим. Да, это было делом. Камень — самый мощный вид оружия. А, человек, ведущий себя как фальшивый бог. Я видел тебя в туманах пророчества. Ты ищешь спасение для своей обреченной отчизны. Пусть твое время под солнцем истекло. Отец заявил, что это жалкое место не стоит даже грязи, из которой оно сделано. Мы пролили немало пота и слез над вашими театром смертных. Боги даровали нам знания и цивилизацию, чтобы освободить от непотребностей корней. Но раз за разом вы продолжаете все портить. Боюсь, солнце светит лишь тем, кто того заслуживает. Теперь убирайся. Моя музыка не для твоих ушей. Ты чё? Ты чё? У меня есть камень. Подожди, мне нужно... палаться. Каково... как дерзко! Он от мелкого человека. Если ты жаждешь моего внимания, ты его получишь. А, камень? Нифига себе. Куда я попал? И у меня ничего нету из оружия. А вот это уже плохо. Убежище вечера. Подожди, давайте я сразу... Ну, хотя бы... Доспехи остались. Давайте я что сделаю? Это... Аполеон. В роскошных залах своего мраморного дворца бог солнца Аполлон проводит экстравагантные симфонии для музыкантов и художников социальной элиты Олимпа. Эй, есть тут кто? Я Гелиос. Солнце было моей главной ценностью. Но этот змей, Аполлон, украл его и заточил меня здесь. Он изуродовал мое тело. Никогда более не встать на плаще колесницу. Аполлон, могущественный бог. Любой, кто пойдет против него, будет уничтожен. Или того хуже. Но думаю, я могу тебе помочь. Сперва ты должен выбраться из этого ужасного места. Я знаю тайный путь. К моему горю. Все эти годы он был под твоей камерой. Не моей. Вот, возьми мои последние солнечные лучи. Они покроют стену. Они откроют стену. Факел освещает путь и зерная кувшинка. Отлично. Теперь выберись из тюрьмы. Окей. А чё у меня из оружия? Кулаки только. Да, прикольно. Сбегаем мы, ребят, с тюрьмышки. При этом наблюдаем различные стены. Подожди. Так. Вернуть свои вещи. Выбраться из подземелья. Ну, конечно, мы вернем вещи. Вы что, гоните? Так. Типа вы мне... А мне хилки поворовали.
вон оно что. Мне почастую грабили. Окей. Да, это как вариант. Хотя нам они в эту сторону идти, потому что там мои вещи. Аполлон заплатит за это. О, прислужники. Да, стрелы это делают такое. Не, у меня как бы все равно есть хилка. Мы с тобой, незнакомец. Аполлон, пожалеет об этом. Так, туда пойти. Ну, он тут один, в принципе. А, у меня щита нету. Ладно, заперто. Но теперь зато у меня есть копье, которым буду пользоваться. И щит. Ну, слабеньких. Хотя, хотя бы что-нибудь. Так, игра сохранена. Ну да, я все равно много чего сейчас наберу здесь. Всяких маслов. Сейчас мы разберемся. Подождите. Щит. Свет с высоты посылает бессмертного бога. Он и людям. На колеснице, взойдя, из-под шлема выглядит золотой страшные очи его, и блестящий сам, он лучами светится весь. Сейчас упал. Ау. Вернее в том, что да, я куда-то иду. А вот куда я уже иду? Опа. Дубинка. Так, сразу копье. Все. Ключ есть. Баночки всякие. Сейчас мы все посоздаем, зелья себе, украшения различные. Угу.
Мана тут вещей валяется. Так, давайте тогда сразу творить. Чего у меня полно? Травы у меня полно. Капля сияния могу сделать. Листок и кувшинка. Тут это испечатит, это, та-та-та. 35. Невидимость. Подожди, это что? Для невидящих вас. Окей. Так, сразу. Дубинка. На двойке у меня шарики. А где хил? А, хил в четверке. Все. F5. Так, теперь мы куда идем? Сюда. Сюда, сюда, сюда. Ну, побежали. Я просто не знаю, какой лучший путь выбирать. Также Киклопов с душой надменную Гея родила. Еще там троих. А по имени Бронта, Стеропа и Арга. Молнии сделали Зевсу Краниду и грома не дали. Были вовсе остальном. На богом они прочны и похожи. Но лишь единственный глаз в середине лица находится. Типа циклопы? Ох ты ж, Бронт. Я понял. Я тебя понял. Стоп, давай я, наверное... Ух! Наверх. А, все, они типа восстановились. Тогда бежим туда. Все. Побежден. Статуэтка, статуэтка. Как-то легко. Ладно. Видите, херово то, что оно оружие тоже не чинит сразу. Ну хотя его можно с дубинкой просто пройти было. Типа на самом деле он не, вообще не сильный. Он слабенький. Подожди, а внизу тоже был какой-то проход. Там, когда мы лезли.
Я мог подлезть еще выше. Мне интересно теперь, что то было за проход. А, это походу вот это проход. Да? Да. Тогда ясно. Тогда мне все ясно. Но босса один уже побежден. Нужно было щит включать, чтобы он по мне не попадал. Задача выполнена. Дворец Аполеона. Друг мой, ты жив? Я сбежал, воспользовавшись устройством тобой суматохой. Но мы до сих пор в опасности. Если хочешь победить Аполеона, есть способ покачнуть чашу весов. Найди нимфу Дафну в саду Аполеона. В ней копит ненависть, она может помочь тебе больше, чем я. Огненный жеребец, что везет солнечную колесницу, должен быть освобожден от пут. Без своей пылающей боевой машины Аполеон ослабнет. Есть еще доверенность лейтенанта Аполеона, что будут защищать его ценой своей жизни, покончить с ними, чтобы они больше не могли принести себе в жертву. Ступай, освободи мое драгоценное солнце от хватки этого злодея. Ну, скорее всего, как я могу понять... у нас будет еще два великана. Нас еще ожидает два великана. Опа, новая дубиночка. Великолепно. Так, мне нужна двойка. Тройка. Сейчас пособираем деньги. Набор ремонта. Щит Аспис. Ну, подожди. Ну, блин, а чё я не могу два носить? Обидно. О, я теперь понял, что это было. Теперь я понял, как это работает. Ну, фиг его. Вот честно. Мне кажется, мой пока что лучше. А, это дворец Аполеона. Освободить солнечные жеребцов. Найдите Дафну, убить... Давайте тогда сюда побежим в самое начало. Надеюсь, она на меня никто там не нападет. Сразу же. Ё. А могу я через отсюда выйти? Конечно, могу. Так, телепорт. Но стражники ничего не говорят, значит, все нормально. Каменный блок. F5. Thank you.
Аполлон убил и Марсия, сына Олимпа. Марсий найден свирель, который бросил Афина, вследствие того, что игра на ней искатели ее лицо. Отважился состязать с Аполлоном мусическое искусство. После того, как они договорились, что победитель сможет сделать с побежденным все, что захочет, началось состязание. Аполлон стал играть на перевернутой кефаре, после чего потребовал, чтобы Марси сделал то же. Когда же тот не смог этого сделать, Аполлон, признавшись победителем, подвесил Марси на высокий сосне и убил, содрав с него кожу. Жесткий. Подожди, так, а что я сделал? Так, а что я ему сделал? Типа меня уже считает все бандюганом? А теперь его тут нету. Ну погнали в конюшню, освободим. Если тот самый жеребец, это еще не очередной босс. Так, подожди, Н. Ни хрена их там. Я понял. Они вы меня будут ждать. Я понял. Мана, а ты чё, приятель? Я тебе что-то плохое сделал? Щит Аспис. Ну, ладно. О, кинжал еще один. Не вы их воровую. Поэтому я все буду ломать. И смотреть, где что. Так, сюда. Интересно, в чем подвох. Мне ведь их защищать не нужно. Так ведь? Так, ну у меня фул ХП, фул... Все. Ну, в принципе, да, тут нихера нету. Сразу переключусь на дубинку, чтобы, если вдруг что, я мог защищаться. Я хожу с камнем. Мне все равно.
О, да ладно! Не-не-не, ты чё? А, вон как шипы работают. Вон оно как шипы работают. Мать, мне что уже... Мне уже шипы снесли? Чё так быстро? Где мой камень? Готово. Но врагов да... Не, ну то, что они мне снесли это довольно быстро. Блять, убегает. Гамнюк. Так, а щит у меня ломается? Ну блин, индикатор показывает, что много сломано, но... Так, окей. Подожди, давай сразу сюда. Ну тогда я за маслом схожу. Сразу на дубиночку. Ты тоже можешь летать, челик. Все? Или еще есть? Так, выход где-то здесь был. Проверяем, я все забрал, что мне нужно было. Да. Так, опа, F5-ка. F9-ка. Щит. Мне нужно всего лишь дубинка и камень. Странно, как он вообще может лазить по зданиям, держа в руках камень. Опа. Камонь. Зараза.
Подожди, а как у меня восстанавливается полностью так ХП? Найдите Дафну. Жалко, что здесь... Ну, давайте в комнату слов пойдем. Так, ну здесь есть сундук. Так, что там выпало? Тоже листики. Сразу наверх. А, ну вот откуда, может, да, мне броню дали. Мне нужно вниз, наверху выход. Они уже просто сами прыгают, суицидят. О. Ладно, я туда позже пойду. Но я запомнил. Ну, фиг. Хотя шипасты уже почти негодности, так поэтому да, наверное. Хотя, ладно, нет. Пока с этим похожу. Так, кулаки. Бронечка. Нихера там 33 брони дается. Вот бесит псины эти. Мана там проход огромный. Быстро разбежались. Давайте, давайте. Так, я здесь денежки ищу. Так, железная дубинка. А, дверь заперта. Дверь заперта, это плохо. В смысле? Окей. Мне нужно во что-то суметь превратиться. Ладно, погнали, где я видел там стену. Сразу бомбочку готовим. Теперь я понял, ее можно контролировать. Прикольно. Ну, меня просто не предупредили сразу. Я должен научиться каким-то мелким становиться или типа того, чтобы туда попасть. Ладно, я думаю, типа, мы можем на этом закончить. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.